Подожди, Антон, это моя коробка. Нет, я первая ее увидела. Отдай. Суперкрылья, привет. Что вы тут делаете? Ваня, эта посылка очень долго лежит. Ее никто не забирает. Поэтому она будет моя. Ничего себе, это же коллектор. Насекомые, лягушка, бабочка и ящерица. Класс! Странно, чья это коробка? Хо-хоу, ребята! Джек, это твое? Первый раз вижу, но мне это очень нравится. Есть идея. Давайте спросим у Пола. Он все знает. Пол, выходи! Ха-ха-ха, его нет. Он сейчас в лесу. Тогда отправляемся к нему. Джет, возьмешь коробку? Конечно! Только неси ее аккуратно. Нужно все осмотреть. Ага! Ой, Ваня, Ваня, здесь динозавры. Ничего себе, настоящий доисторический мир. Ваня, они совсем не страшные. Ты прав. Смотри, это стегозавр. Ой, какие у него шипы на хвосте. Да, острые. А этого с длинной шеей зовут диплодок. Он смешной. Кстати, он питается листьями. А этого как зовут? Велоцираптор. Он достигал длину 2 метра. Ничего себе! Мозазавр, ты отлично плаваешь. Спасибо. Смотри, у этого динозавра на спине парус. Верно, и он называется спинозавр. Класс. Ребята, ребята, спокойнее. Не надо драться. Мне кажется, они просто играют. Ты прав, Джет. Вот это гребень на затылке. Как его зовут? Паразауролог. Необычное название. Ага, немного тяжелое. Ваня, Джет, что вы тут делаете? А мы к тебе, Пол. Смотри, сколько тут динозавров. Знаю, это я их сюда поселил. Класс, настоящий зоопарк получился. Но тут не все. Ваня, открой коробку, достань остальных. С удовольствием. Этого зовут анкилозавр. У него очень толстая кожа. А это брахиозавр. С такой длинной шеей он достает до самой верхушки дерева. Верно,
А ты знаешь, кто это? Правильно, тираннозавр Рекс. С ним нужно быть осторожным. Он хищник. Трицератопс. Похоже на носорога. У него тоже есть рога. Остался последний. Барионикс. У него на спине черные полоски. Ха, это мой любимый динозавр. Пол, какой ты молодец. У тебя здесь очень здорово. Спасибо большое. Жаль, только свою посылку потерял. Так это твоя? Держи. Да-да, это она. Коллектор, насекомые. Будете жить здесь. Спасибо, спасибо, спасибо! Не за что. А ты знаешь, что динозавров коллекта можно оживить? Правда? Да, с помощью мобильного приложения коллекта. Ого, ничего себе! Динозавр просто огромный! Супер! Круто, круто! А какой динозавр больше всего понравился тебе? Напиши в комментариях. Пока-пока!